Более десятка 5-литровых бутылок, канистры и банки. 280 килограммов батареек собрали ученики, педагоги и родители Центра образования за несколько недель. В акции приняли участие все классы школы. Для ребят это не просто соревнование из разряда «кто больше принесет». Каждый из них понимает всю значимость таких мероприятий. Мы собирали батарейки для того, что одна выброшенная батарейка, она заражает почву. И если там хоть что-то прорастет, и это животное съест, это животное отравится и погибнет. Экологическому просвещению в Центре образования уделяют большое внимание. На уроках ребятам рассказывают о важности сохранения природы, говорят о раздельном сборе отходов, объясняют, зачем нужно отправлять на переработку бумагу, батарейки, пластиковые крышечки и тому подобное. На базе школы работает эко-дружина, которая участвует в городских экологических акциях. А ученики центра защищают проекты, посвященные энергосбережению, сохранению ресурсов на областных конкурсах. Мы стараемся поддерживать наших учеников и являемся активным участником экологического направления РДШ. Но и обучению своих учеников Центр образования уделяет повышенное внимание. Педагоги постоянно совершенствуют свое мастерство, в том числе и с помощью интернет-платформ. 5 педагогов школы – Оксана Лобышева, Татьяна Пантелеева, Ирина Морозова, Татьяна Стрижова и Надежда Токарюк – стали лауреатами международного конкурса педагогического мастерства «Учу учиться». Екатерина Апенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».